сегодня мы с вами поговорим о паранормальных способностях. Что такое паранормальные способности и, в принципе, зачем они нужны человеку в ежедневной жизни? Паранормальные способности – это так называемая интуиция или шестое чувство. Интуиция есть абсолютно у каждого человека, вне зависимости от того, есть у него какие-то способности типа ясновидения, ясночувствования или нет. Интуиция – это то шестое чувство, которое нам иногда подсказывает о том, что нам нужно идти куда-то или не нужно, а нужен нам этот человек или не нужен. То есть это тот голос, который нам иногда подсказывает, что нам делать. Ясновидение, ясночувствование – это способности, которые даются человеку от рождения. Это способности, которые, в принципе, можно развить, но не на профессиональном уровне. А интуиция – это то, что человеку дается, в принципе, от рождения, неважно от того, был человек в прошлом воплощении шаманом, экстрасенсом или не был. Я хочу с вами сегодня поговорить о своей школе, в которой я больше уделяю внимание именно интуиции. Интуиция – это то, что человеку позволяет каждый день делать какой-то правильный выбор в отношении личной жизни, в отношении своей сферы деятельности, в отношении своего жизненного пути, то есть в отношении абсолютно всего, что касается самого человека. Интуиция – это то, что человеку подсказывает правильный выбор, это то, что помогает человеку слышать самого себя и понимать других людей, Вселенную и все знаки, которые бывают каждый день. Для кого моя школа? Прежде всего, школа для обычного человека, который не обладает уже какими-то явно выраженными способностями. Это школа для человека, который хочет разобраться сам с собой, хочет понять свой внутренний голос, услышать его, хочет разобраться своим собственным жизненным путем, своим предназначением, хочет научиться слышать знаки от Вселенной каждый день, хочет научиться слышать то, что окружает его каждый день, и хочет правильно взаимодействовать со своими собственными энергиями и с энергиями других людей. Это школа для тех, кто хочет просто научиться слышать свое сердце, хочет научиться слышать самого себя и понимать, как управлять собой, своими энергиями. Также для тех, у кого есть уже способности в виде каких-то чувств, когда человек слышит голоса, когда человек слышит какую-то информацию, когда человек может видеть ауру или понимать какие-то знаки, какую-то информацию получать о других людях. Такие знания, такой багаж на моей школе еще больше раскрывается, и его можно применять уже более профессионально для других людей. Школа паранормальных способностей «Шестое чувство» делится на две категории. Первая категория – это практика, это все, что касается активных медитаций, энергетических упражнений, которые способствуют развитию сновидения и ясночувствования. Также это практики направлены на то, как уметь управлять энергией своего тела, как уметь считывать ауру других людей, как распознавать потоки, которые идут от других людей и от Вселенной. Это практика, направленная на помощь прежде всего самому себе, как улучшить свое энергетическое самочувствие, как улучшить эмоциональное состояние, как помочь своим близким людям. Все, что касается теоретических занятий, это занятия прежде всего о карме, то есть личная карма, социальная карма, карма рода. Это все, что касается познания, классификации высших сил, взаимодействия с высшими силами. Это то, что касается чистки помещений, чистки своих личных вещей и очень многие вещи, которые нам нужны каждый день. Приходите ко мне на занятия, будет очень интересно, будет очень для вас познавательно. И все, что касается помощи самому себе, все, что касается помощи вашим близким, взаимодействия с высшими силами, взаимодействия с окружающими людьми, вы всему этому научитесь. Улучшите, если уже есть вашу интуицию, и разобьете ясночувствование, или если у вас есть способность,